Ваш язык – ваш враг. Вы своим же языком создаете в первую очередь проблемы для себя. Потом втягиваете в них всех остальных, чтобы оправдать вами сказанное. Вы верите в то, что вы несете, придумываете все на ходу и верите в этот бред. И вам не нравится, когда вас корректируют, критикуют и выявляют вашу ложь. Вами движет страх, потому что с критикой вы боретесь подлыми методами. Это давление на родственников, а еще вы нанимаете киллеров. На это способны только неуверенные в себе люди, в общем, трусы. И ваша ошибка в том, что вы не держите язык за зубами. Если бы вы его держали бы за зубами, то не тратили бы миллионы долларов на устранение своих критиков. Лучше бы отдали бы эти деньги людям, которые нуждаются в них, а их у нас много. Вы любите и привыкли обсуждать других людей в отрицательном плане. Это грех, это самый тяжкий грех, за который вам придется отвечать перед Аллахом. Но ложь надо выявлять, и я это обязательно сделаю. Сделаю так, что ваш мозг, его название или что там у вас, просто будет в шоке. Клевета, шантаж, подлость, сплетни, лизоблюдство, подхалимство – все это ваше. Спрячься, уйди в сторону, беги, куда глаза глядят, но нельзя опускаться до уровня лицемера и предателя. Еще раз повторю, вы никогда не будете и не станете героями чеченского народа. Ни вы, ни те, которые были до вас. Потому что героями чеченского народа всегда были те, которые оказывали сопротивление убийцам чеченского народа, делали дуа за них, помогали словом и делом, и проходили этот путь до конца. Человек, который выпячивает и говорит о своем героизме, выдуманном героизме, это не герой, это трус. О твоем героизме должен говорить не ты, а должен говорить народ, если такое был. Все бы хорошо, если бы не отвращение от того, что вы раз за разом повторяете одно и то же, то есть врете. Ну вот, вы говорите, что вам было бы стыдно врать перед товарищами и врать перед людьми. Мол, если бы вы врали, то было бы стыдно говорить то, чего не было. Еще там сидят, поддакивают и говорят, что их критики не видели войны, не принимали в ней участие. Речь шла про первую российско-чеченскую войну. Шаа даже там подчеркнул, мол, когда выходили из окружения под обстрелами. Шаа, почему ты не сказал, что мы были тогда вместе в течение этих 6 дней без воды, без еды, под этими обстрелами? Те, которые сидят рядом с тобой, они же не раз говорили, что я не видел войны, что был тогда в стороне. Почему не перебьете этого чудика и не скажете правду? Напротив, вас заставляют врать, что ваш шеф – участник всех сражений, всех битв и участник окружений,
чуть ли он не на танке и потом на вертолете не гонял вас. Хотя все знают, что он тогда нигде не сделал ни одного выстрела и был далек от них. Да, одно можно сказать, что появлялся он тогда с отцом, когда тот призывал на митингах к джихаду наших женщин и мужчин, призывал каждого чеченца убивать 150 русских. Где ваш стыд теперь? Я скажу про Шау Турлаева. Это человек, который воевал во время Первой Российско-Чеченской войны, а затем воевал во время Второй Российско-Чеченской войны. Действительно, показал свое мужество, и многие знают об этом. О нем хорошо отзывались наши лидеры и командиры подразделений чеченского сопротивления. Это Масхадов, Басаев, Хатаб, Абувалид и другие. Его маленькое село Лансолчу держалось до последнего. Верите, нет, но в его село боялись ступить оккупанты, а также и халуи. Знаете почему? Потому что все вокруг было заминировано. Но сейчас это осталось в прошлом. Тогда это было героизмом. Можно было назвать героизмом. Я расскажу сначала, как и где был ранен Шаа Турлаев. Это произошло в селе Алирой. Российские оккупанты и халуи провели очередную зачистку этого села. Стукачи Кадырова-старшего узнали, что Масхадов в тот момент находился в этом селе. Враги окружили и затем вошли в это село. Масхадов дал приказ, чтобы группы разделились и прорывались в разных направлениях. Начался бой. Масхадов сам рассказывал о нем, что, мол, они видели друг друга, их лица, лица врагов, и стреляли в упор. Во время прорыва кольца окружения был убит мой дядя, младший брат моего отца. Звали его Асламбек, а сам наш президент был тогда ранен. На следующий день Масхадов отправил несколько мунджаидов, чтобы найти тело Асламбека. В их числе и был Шаа Турлаев. Они нашли его тело, которое было присыпано землей так, чтобы его было легче найти. Когда они подошли к нему, произошел мощный взрыв. Оказывается, место было заминировано врагом. Там и был ранен Шаа Турлаев. Осколки попали ему в ногу. В этой сходке на личном телевидении Кадырова они рассказывают, что Масхадов и его окружение якобы бросило Шаа Турлаева, не ухаживали за ним, не помогали в лечении. И все там сидят и поддакивают этому чудику. Но что бы они ни говорили, правда такова, и я вам ее сейчас покажу и зачитаю. Это из личной переписки с отцом. Покажу первое, а потом второе письмо, чтобы выявить вашу бессовестную ложь. Все, что они делают, это пустая трата времени. Они этого знают сами. Врачи боятся сделать Шае операцию. У него задеты вены ноги. Мы не можем отправить его туда. Боимся, что будут проблемы в дороге. Я понимаю, что вы переживаете, что Шаа попал в их руки. Как я знаю, его знакомый отвез его в больницу. У него началась гангрена ноги, было малокровие. Он не мог видеть, не был в сознании. Говорят, что врач сказал, что он не проживет даже 2 дня. То плохо, то, что он попал в руки врагу. Шаа был хорошим парнем. Я видел, как его мучила эта боль. Аллах все видит, так как он свидетель нашим делам.
Я боюсь, что они будут также издеваться над ним, как они издеваются над Ханбибом Магомедом. В то время российские оккупанты и халуи начали масштабное наступление на подразделения Ахмада Абдарханова. С ними был также раненый и в тяжелом состоянии Шаат Рулаев. И чтобы сохранить его жизнь, они на своих плечах отнесли его в дом своего знакомого. Но во избежание больших жертв группа Абдарханова выходила из окружения. И тот знакомый отвез его в больницу города Гудермес, чтобы сохранить ему жизнь. И лишь тогда эти оккупанты узнали, что Шаат Урлаев находится в этой больнице. Поэтому все, что говорит Кадыров, это бессовестная ложь. И еще, услышал в этой передаче, что я боюсь кого-то, что кому-то служу или подчиняюсь. Но я вас огорчу. В Аллахе ваша ложь, она бессовестная ложь. Как на меня возложили работу, а это был наш президент Масхадов, потом, после его убийства, следующий президент Садулаев, с тех пор занимаюсь этой деятельностью. Я сегодня от своего лица отправляю в ваши страны, к вашим народам, к своим братьям, своего сына Масхадова Анзора, наделив его полномочиями представителя президента Чеченской Республики Ичкерия по особо важным поручениям. По особо важным поручениям. Хотя он мне нужен был здесь, и он должен был участвовать в этой войне рядом со мной, как это было в ту войну. Шаа, ты знаешь об этом. Мамот, твой брат тоже знал об этом. И вы все это знаете. И сегодня никому в подчинение не вхожу, не служу и тем более никого не боюсь. Знаете почему? Потому что во мне течет кровь своего народа, потому что я знаю и смею сказать, кто убивал мой народ и кто убил моего отца. Как у нас говорят, тот не мужчина, кто боится назвать имя убийцы своего отца. Человек, на которого вы поливаете грязь, был избран народом. Он был убит российскими оккупантами, хотя это была мечта Кадыровых. Его тело нам не выдали и не дали похоронить ваши хозяева. Человека, который был избран нашим народом. Человек, который искал мира, который призывал к миру и который был убит в то время, когда он призвал Россию к миру и остановил боевые действия в одностороннем порядке. То есть он хотел остановить войну, которую начал ваш главный хозяин, Путин. Вы когда-то тоже были рядом с Масхадовым, но отвернулись. И ради сохранения своей жизни забыли про честь и стали поливать его грязью. Поливать грязью такого человека. Где ваш стыд и боязнь перед Аллахом? Иншаллах, справедливость будет. Пусть Аллах помилует всех наших братьев и сестер, которые были убиты российскими оккупантами и которые отдавали свои жизни в борьбе против этого бессовестного, бесчеловечного агрессора.